Ну вот все, Джеймс Бондовская операция закончилась. Нейтрализацией крылатых ракет с ядерными боеголовками. Замаскировано под туристскую операцию. На лодке, конфискованной у контрабандистов кокаина. Но все закончилось благополучно. Под лодкой сейчас скрывается без пассажиров, только с экипажем. Не знаю, что она собирается делать. Ее оттаскивают, она не сама ходит. Ты смотри, Thank you.